الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Уважаемые братья, лаббейк, Аллахума лаббейк. Мы перед Аллахом, Субхану ва Тааля, собрались. Нету Аллаха, Субхану ва Тааля, сотоварищей. Вся хвала принадлежит только Аллаху, Субхану ва Тааля. Вся власть принадлежит только Всевышнему Аллаху, Субхану ва Тааля. И нету Аллаха, Субхану ва Тааля, сотоварищей. Если посмотреть то, что мы восхваляем Аллаха, Субхану ва Тааля, и весь наш хадж, обряд, альхамдулля, везде восхваление Аллаха Субхану ва Тааля. Возвеличенное имя Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иннама джу'ля тавафу биль бейт». Поистине Аллах Субхану ва Тааля приказал. Шейх Рустам, та'аль ма'ана. Та'аль. Ихтариф. Та'аль, та'аль. Та'аль, та'аль, рига'аль ма'ана. Та'аль. Есть, садись поближе. Инна сиди. «Иннама джу'ля тавафу биль бейт». Аллах Субхану ва Тааля приказал сделать обход вокруг Каабы. «Ва байна ас-сафа валь марва». И обход между Сафа и Марва. И бросание камушек ради чего? Ради одного. Чтобы возвеличить имя Аллаха Субхану ва Тааля. Чтобы возвеличить имя Аллаха Субхану ва Тааля. И мы с вами, альхамдулля, в одежде, в которых и уйдем из этой жизни. Саван, похож на ихрам. В такой же одежде мы уйдем из этой жизни. И все мы говорим, произносим слова таухида, тальбия, лаббейк, Аллахума лаббейк. Мы перед тобой, Аллах Субхану, мы перед тобой. И завтра, когда мы с вами будем делать дуа, очень важно, чтобы в тот момент, когда мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы наше сердце соответствовало нашим словам. Чтобы мы не просто просили, а думали о чем-то другом. Это очень важно, один из секретов на то, чтобы Аллах Субхану ва Тааля нам ответил на наши дуа. Когда мы поминаем Аллаха Субхану ва Тааля, мы говорим «Ла илляха илляллах вахдаху ла шарика ля». Завтрашний зикр, о котором сказал саллаллаху алейхи ва саллям, «Хайруль الدعاء دعاء يوم العرفة سام لوتش الدعاء كتر الزفتر بود دعاء يوم العرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبله и самое лучшее что говорил я и те пророки которые были до меня и это указывает то что до пророка саллаллаху алейхи ва саллям другие посланники были на территории عرفة مشاعر الحرام говорили لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير нет божества достойного поклонения кроме Аллаха سبحانه وتعالى Аллаху все принадлежит سبحانه وتعالى Аллах всемогущий Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, если посмотреть, все, что связано с хаджем, все азкары, все поклонения указывают для чего? Ради того, чтобы возвеличить Аллаха. Ради того, чтобы возвеличить Аллаха Субхану ва Тааля. Как только мы закончим кидать камни, послезавтра, иншаллах, тальбия заканчивается, опять начинаем возвеличивать Аллаха такбиратами. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ла илляха илляллах. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ва лиллахи лхамд. Поэтому я что хотел в двух словах сказать, и чтобы тоже много времени нашего не брать, чтобы и другие братья мои, шейхи, иншаллах, рассказали нам что-то, сделали напоминание. Мой посыл какой, сам себе хотел сказать всем нам, чтобы мы своими сердцами, своей душой смогли возвеличить Аллаха, Субхану ва Тааля. И в этом есть именно секрет на то, чтобы Аллах, Субхану, ответил на наши с вами дуа. Аллах любит, когда его восхваляют. Аллах, Субхану ва Тааля, любит, когда его возвеличивают. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, судный день. И хадж, он напоминает судный день. Также мы будем с вами стоять перед Аллахом Субхану ва Тааля. Когда Аллах Субхану ва Тааля говорит: "Яума яфирруль мар'у мин ахихи". Судный день, когда человек будет убегать от своего брата. "Ва уммихи ва абихи". От своей мамы, от своего отца. "Ва сахибатихи ва банихи". От своей супруги, от своих детей. То есть в этой жизни мы всегда хотим защитить своих детей. В этой жизни мама, субханаллах, все для нас мама. Субханаллах, когда мама ушла из этой жизни у кого-то, субханаллах, тяжело без мамы бывает. Когда отец ушел, тяжело без папы бывает. Субханаллах, всем готов поделиться, все. Но в судный день каждый будет убегать, субханаллах. Ликулли мриин яума идзин шану йугни. Каждый будет сам за себя думать в этот день. Говорит, субхану ва тааля, описывает и судный день. И при каждому пророку будут подходить и сказать: «Ишфа' лана». Сделай за нас заступничество. Придут Адаму алейхиссалям. Адаму алейхиссалям скажет: «Идхабу ли Нух, фа иннаху аввалю ар-русуль». Идите к Нуху алейхиссалям, он первый из посланников. Пойду к Нуху алейхиссалям. Нух алейхиссалям будет переправлять на другого пророка. К Мусе алейхиссалям. Муса алейхиссалям. Иса алейхиссалям. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхиссалям: «Би аби ва амми хуа ана лаха». Я знаю, как попросить Аллаха. Я попрошу за свою умму. «Ати фа асджуду тахта арши». Я приду, сделаю земной поклон под его троном.
فَأَحْمَدُهُ بِمَحَمَدِيهَا عَلَّمَنِيهِ. Я буду его восхвалять теми восхвалениями, которые он меня обучил. То есть, смотрите, ключ к ответу. Я буду его восхвалять теми восхвалениями, которые он меня обучил. فَمَذَا يَقُولُ إِجَابَ. Какой же будет ответ? Я Мухаммад, кум, Мухаммад, встань. اِرْفَعَ رَسَكَ. Подними свою голову. سَلْ تُعْطَى شَفَّعَ تُشَفَّعَ. Проси, я тебе дам, говорит Субхана ва Тааля, будь заступником, и ты будешь заступником. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, нас с вами обучил ключи к иджабе. Завтрашний день – самый великий день, который вообще может существовать. Если мы знаем, когда Аллах, Субхана ва Тааля, описывает «Лейлату л-Кадр», Аллах, Субхана ва Тааля, говорит «Таназзалю л-Малаикату вар-Рух». Ангелы Аллаха спускаются на первое небо. «Лейлату л-Кадр» – ночь предопределения. Джибраиль, алейхиссалям, спускается на первое небо. И мы не знаем точно, когда она находится, ночь предопределения. Или 21, или 23, 25, 27 ночь. Но в хадисе сказано, достоверно в хадисе, то, что завтра Аллах Субхану ва Тааля йатаназзалу, Аллах Субхану ва Тааля ля самай дунья, сам Аллах Субхану ва Тааля будет спускаться на первое небо. И мы знаем, что завтрашний день, фаюбахи бихи л-малаика, и будет гордиться перед ангелом своих рабов. И скажет, хаулай ибади, это мои рабы, джауни шу'тан губра, они пришли взъерошенными волосами, испачканным ихрамом. Ярджуна рахмати. Они хотят мою милость. Они хотят мою милость получить. И какой будет ответ? Идхабу магфура лякум. Идите, я вас просил. Субханаллах. Ибн Мубарак зашел Хусейн к Суфьян бин Уйейна ночью Ашият Арафа. Когда началась уже Арафа, когда уже заканчивался уже день Арафа, садилось солнце. И тогда он видел, что он в своей палатке сидел, плакал. Сильно плакал, вот так вот на коленках сидел. И сказал, говорит, что «Мен асва джам'а ильяум?» Кто самый несчастный сегодня? То есть день Арафа у него спросил. Он сказал «Мен ванна анна Аллах лам яхфир аля». Самый несчастный сегодня тот, кто думает, что Аллах его не простил. Субханаллах. Поэтому Аллах Субхану завтра прощает. Завтра будет самый великий день, количество которого неимоверно, количество Аллах Субхану будет спасать от наказания ада. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи салям сказал «Ма мин яум акфар ан ю'тик Аллаху фихи ибадаху мин ан-нар мин яуми Арафа». Не существует другого дня, в какой бы день Аллах Субхану ва Тааля в более количество людей, большее количество людей спасал от наказания ада, нежели как день Арафа. Хаким ибн Хизам пришел на день Арафа и привел с собой 100 своих рабов. 100 своих рабов. И когда увидел, эти рабы плачут, просят дуа, он посмотрел на них и обратился к Аллаху Субхану ва Тааля и позвал всех, это джамма, всех, кто пришли на день Арафа, сказал «Инни ушхидукум». Я беру у вас свидетели, то, что все вот эти мои рабы, 100 рабов, я их освободил ради Аллаха, отпустил их. И эти пришедшие на день Арафа обратились к Аллаху Субхану ва Тааля и сказали, «Я Раббана, о наш Господь, я Раббана, о наш Господь, хаза абдук, а'така ибадик ли ваджик, фанахну ибадук, фа'атик рикабана минан нар». О, наш Господь, это твой раб освободил твоих же рабов ради твоего удовольствия. А мы, твои рабы, освободи же нас от наказания ада. Освободи же нас от наказания. Завтра великий день. Поэтому, чтобы мы с вами подготовились к этому дню, альхамдулиллах, сегодня мы должны выспаться. Завтра также, если мы приедем утром на Арафа, если мы прочувствуем, где-то мы не доспали, еще у нас нет сил, еще чуть-чуть поспать, потому что основной день завтра начинается после заваля, после обеденной молитвы. Перед зухром, иншаллах, мы сделаем небольшую проповедь. Потом прочитаем «Зухр» и «Аср» сокращенно, совмещенно, так, как сделал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как только прочитал «Зухр» и «Аср», сразу начал делать дуа. Был на верблюдице, сидел, держал ее одной рукой, потом отпускал, чтобы она шла другой, поднимал руку, и вот так. Потом принесли ему сосуд с питьем, он взял, сделал глоток, показать, что сегодня я не пощусь. Сегодня я не пощусь, будучи на Арафа. Те братья наши, которые остались дома, они постятся завтра и берут награду за прощение двух лет прошлого года и будущего года. А завтра мы не постимся, и все это именно акцент делаем на дуа. Дуа, йому дуа, завтрашний день дуа. Кто-то подойдет к нам и скажет, брат, давай сегодня 5 джузов Корана прочитаем. Мы ему ответим, джазак Аллах хайр. Коран это хорошо, но не сегодня. Сегодня йому дуа. Кто-то придет, скажет, субханаллах, мы были в тех палатках, там братья намаз дополнительно читают. Сегодня хорошо там 20 ракатов какого-то намаза прочитать. Намаз – самое лучшее приближение к Аллаху, но не сегодня. Аль-яум, йому дуа. Сегодня день дуа. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, даже сократил, совместил два молитвы, фарда, чтобы даже намаз его не отвлекал от дуа. Поэтому, альхамдулилля, братья мои, любимые, субханаллах, завтра нужно подготовить вот эти сосуды наши
сердечные сосуды для того, чтобы с любовью обратиться к Аллаху Субхану ва Тааля. Мы имеем честь в отношениях с Аллахом, с милостью милосердным, прощающим Субхану ва Тааля. Как Аллах Субхану ва Тааля в Коране описывает свой сифат прощения и говорит: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. Что касательно моего наказания, кого пожелаю, я накажу, говорит Субхану ва Тааля. Но однако моя милость покрывает все. Аллах Субхану милостив, милосердный Субхану ва Тааля. С таким великим Субхану ва Тааля мы завтра будем иметь дело в наших дуа. Поэтому, когда мы будем делать дуа, в первую очередь мы должны что? Адабу дуа выдерживать. Адабу дуа какое? В первую очередь мы должны восхвалять Аллаха Субхану ва Тааля. Из хадиса шафа'а мы поняли, что Аллах любит, когда его восхваляют. Когда Аллах Субхану в Коране говорит касательно Адама алейхиссалям: "Ва аллама Адама аль-асмаа куллаха". Аллах Субхану ва Тааля всем именам обучил Адама алейхиссалям, и когда показал то, что в среди уммы, в среди людей будут шакий ва саид, несчастные, счастливые, богатые, бедные, больные, здоровые, те, кто обрели прямой путь, и кто заблудший. И тогда Адам алейхиссалям обратился к Аллаху и говорит: "Я Рабби, лау сауайта байна аль-ибад". О мой Господь, почему ты всех одинаковым не сделал? На что он ответил: "Я Адам, инни ухиббу ан ухмад". О Адам, я люблю, когда меня восхваляют. Я Адам, я люблю, когда меня восхваляют. Начинается с восхваления. Салават пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Потом просим прощения за наши грехи и потом просим дуа. Также очень важно, чтобы когда мы просили, мы были уверены, что Аллах ответит нам, чтобы у нас не было сомнения. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Удъу Аллаха ва анту мукинуна биль иджаба". Просите Аллаха дуа и будьте уверены, что Аллах субхана ва тааля ответит нам. То, что сказал Суфьян бин Уйейна: самый несчастный тот, кто думает, что Аллах его не простит. Уверен будь, что Аллах субхану ва тааля тебя простит. Аллах милостивый, милосердный, прощающий субхану ва тааля. Аллах субхану завтра будет гордиться за нас перед своими ангелами. Субханаллах. Аллах субхану ва тааля говорит: "Магфур аллакум", вам все прощено. Поэтому мы должны быть убеждены, что Аллах примет наши дуа. Третье, на что мы должны посмотреть во время своей дуа, чтобы когда мы просили Аллах субхану ва тааля дуа, мы должны понимать, что мы просим. Не просто что-то просить, а думать о другом. Чтобы наши мысли, сердце соответствовало нашему языку. Устали так держать руку, хотели прилечь, думать. Шепотом проси Аллах. Аллах тебя слышит, субхану ва тааля. Аллах субхану тебя слышит, на уровне сердца проси. То есть общайся с Аллахом. Общайся с Аллахом. Раскрой секрет Аллаху, субхану ва тааля. Последнее, когда последний час останется, уединись где-то в сторонке. Еще больше проси, потому что самые последние, именно Аллах субхану смотрит на последний час. Иннама аль-амалу биль хаватим. Поистине дела расценятся по последним делам. И самое главное, на что я хотел сказать, уважаемые братья, альхамдулиллах, мы сегодня с вами, субханаллах, самые лучшие дни, в самом лучшем месте. В Аллахе не существует лучше, чем это место. Не существует лучше дней, чем эти дни. Аллах каждого из нас полюбил и избрал, чтобы приехать себе сюда. Альхамдулиллах, мы сейчас находимся в этом месте. Кто-то сейчас ослушивается Аллаха, субхану ва тааля. В данный момент кто-то сейчас совершает зина. В данный момент кто-то сейчас принимает наркотики. В данный момент кто-то ослушивается Аллаха, субхану ва тааля. Кто-то сейчас в ночном клубе сейчас. А мы с вами, альхамдулиллах, в самом лучшем месте. Это милость Аллаха, субхану ва тааля, к нам. Если Аллах не проявил бы эту милость, субхану ва тааля, мы бы ее не нашли. Поэтому отдельно за эту милость нужно благодарить Аллаха, субхану ва тааля, и беречь это. Потому что мы не знаем, на чем мы умрем. Мы не знаем, с чем мы уйдем. Мы не знаем, мы еще сможем сюда приехать или не сможем. Поэтому, субхану Аллах, подготовьте свои сердца, свое намерение ради Аллаха, субхану ва тааля. И, альхамдулиллах, вот эти вот некие ключики, которые для того, чтобы Аллах, субхану ва тааля, ответил на нашу дуа. Иншаллах, просим Аллаха, субхану, чтобы ответил на нашу дуа. И дал всем барака. И чтобы каждый нас вернулся домой без единого греха, как новорожденный ребенок, иншаллах. Жзакум Аллах хайр. Шейх Мустафа, лау кельми. Вас тоже запишем. У нас канал есть, потом мы вам тоже перешлем. Хорошо. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد الحمد لله я рад приветствовать всех наших братьев, которые здесь оказались в лучшее время, в лучшем месте для лучшего ибадата. Поистине хадж — это целый довод пред Всевышним Аллахом субхану ва тааля и целое деяние, посредством которого человек может просить Всевышнего Аллаха субхану ва тааля прощения. И когда мы предстаем пред Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля и говорим эту тальбия: «Лаббейк Аллахумма лаббейк». Аллах Субханаху ва Тааля устами Ибрахима воззвал всех к хаджу, и мы вот пришли в эти места и говорим: «О Аллах, вот я перед Тобой, вот я перед Тобой». Каждый из нас, как Ибрахим, когда построил, то есть восстановил
Каабу, что он говорит: «Раббана инни аскенту ми зурриати бивадин гайра зи зарра». Я поселил часть своего потомства в месте, где нету никаких то есть, плодов. То есть вы сами выйдете, никаких растений, ничего нету. То есть это местность, где горы, где нету таких красот, там каких-либо водопадов или чего-либо. И каждый из нас, когда сюда приезжает, он видит то, что это место для него как некий сафар айбада. Это путешествие для поклонения. Путешествие, где он тратит свое имущество, совершает поклонение посредством своего имущества. Тратит его фи сабилиллях на пути Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Совершает поклонение посредством своего тела. Айбада. Жарко. То есть температура большая или что-то, но он терпит и совершает айбада. И вот это все указывает на то, что человек, чтобы он был искренним в своих айбадатах. Неуместно тому, который оставил какие-либо блага и доехав в эти места, делал такой айбадат ради чего-либо. Ради того, чтобы люди там сказали, или ради того, чтобы в дальнейшем у него был какой-то статус. Нет. Здесь все предпосылки для того, чтобы человек, если сюда приехал, он был искренним ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Совершал все свои дуа ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Тратил свое имущество ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому завтра, как сказал наш дорогой Асхат Хазрат, наступает самый важный день. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Аль-хаджуль арафа». Хадж – это арафат. И арафа – это не целый день. Это когда вы совершите обязательную молитву до Магриба. Это считанные часы. Считанные часы, которые могут быть за вас или против вас. Если человек отнесся небрежно к этому, он делал это на автомате, его сердце было далеким от этого айбадата, то это деяние будет, то есть, беспечным. А если человек поймет важность этого айбадата, будет искренним Всевышним Аллаху Субхану ва Тааля, и у него внутри есть это чувство ифтикар, то есть он нуждается в Всевышнем Аллаху Субхану ва Тааля. Он знает то, что Аллах Субхану ва Тааля прощает ему. И Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит нам: «Валлаху юрибу айятуба алейкум». Аллах Субхану ва Тааля хочет простить вас. Хочет простить вас, и мы делаем какие-то малейшие причины, надеясь на прощение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И вот это ифтикар во всех, во многих обрядах хаджа прослеживается. Когда Сафа валь-Марва, когда женщина, находясь в пустыне, нет у нее никого, кроме как Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Состояние ифтикара она ищет, бегает между холмами, и Всевышний Аллах Субхана ва Тааля дает ей выход. Когда Ибрагиму Всевышний Аллах Субхана ва Тааля приказывает принести жертву своего сына, и он, подчинившись, идет, и в этот момент, если даже какой-либо усвас пришел к нему, он понимает то, что айбада – это искренность ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, а это намного важнее. Никакие либо другие вещи, любовь к своему сыну или что-либо, нет. Здесь каждый должен понять то, что он пришел ради айбадата, ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы заработать прощение Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Вот это самое важное, что вам нужно понимать, чтобы завтра ваше сердце, ваш язык, ваши деяния, дуа, ваше все было связано как единое целое, что вы просили Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля прощения. И как сказал Асхат Хасрат, когда говорили саляф: «Ашкан наси яум аль-арафа, ман ванна анна Аллаха ла ягфира лаху». Самые несчастные люди в день Арафата – это те, которые думают, то, что Аллах Субхана ва Тааля его не простит. Милость Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля безгранична. И мы это должны понимать и просить Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля искренне. Джазакаллаху хайра. У меня есть петличка. Ну, ничего. А, еще один. Камера хорошая, его надо обязательно попробовать. Бисмилля, альхамду лиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях, ва аля алейхи ва асхаби аджмаин, ва баъд. На самом деле, добавить к тому, что упомянули братья, можно сказать, нечего. Но повторюсь, скажу, что во-первых, это милость Аллаха, Аззаваджаль, по отношению к нам, то, что привел нас сегодня сюда.
لولا الله ما صمنا وما صلينا وما حجينا. Если бы не Аллах, то мы бы не молились бы, и мы бы не постились бы, и мы бы не совершали бы паломничество. Это безупречная милость Аллаха по отношению к нам, который вывел нас из тьмы невежества, из тьмы заблуждения к свету ислама, к свету единобожия. И из всех верующих сделал нас в этом году из числа тех, которые выполняют столб ислама, хаджуль ислам, выполняют паломничество. Поэтому оцени, дорогой брат, эту милость Аллаха по отношению к тебе. Используй ее максимально. Какое было бы твое положение, если бы тебе сказали, сейчас тебе даем 2 раката, почитай, и заканчивается твоя жизнь. Ты бы постарался максимально смиренно прочитать эти 2 раката, правильно же? Взывал бы к Аллаху в земном поклоне, взывал бы к Аллаху, как ты можешь различными дуа, чтобы Аллах тебя простил и помиловал, потому что ты знать будешь, что это твои последние 2 раката в жизни, правильно же? Это положение каждого верующего. Теперь представь, дорогой брат, что это твой последний, единственный может быть, а может и не, но это твой последний хадж. А знание об этом только у Аллаха Аззаваджаль. Таким образом обращайся к Аллаху, что у тебя больше, может быть, не будет такой возможности. Сколько мы видели наших братьев, которые вчера с нами разделяли эту мирскую жизнь, сегодня они у Аллаха. Завтра она же также могут в прошедшем времени о нас вспоминать. Поэтому готовься, брат. «Ватазавваду фаинна хайра зади такуа», как сказал Всевышний Аллах. Это аят не использован о паломниках, о нас с вами. Запасайтесь, имеется в виду, берите с собой то, что вам пригодится в пути, имущество, средства и так далее. Но знайте, что наилучшим запасом является богобоязненность. Вот это действительно то, что нам принесет пользу в последнем сафаре, длинном сафаре, это сафар в последнюю жизнь. Вот к этому надо готовиться, братья. Поэтому отнеситесь к завтрашнему дню особенно так, как будто бы это единственный и последний шанс для нас исправиться. Возвеличивайте это в своих сердцах, и тогда Аллах даст успех, тауфик, провести это наилучшим образом. Насколько раб Аллаха возвеличивает приказы Аллаха и обрядовые поклонения, настолько Аллах освещает его сердце и дает тауфик воплощать это в жизнь. Вот таким образом относитесь. А так, как братья упомянули, одежда, она указывает нам, что мы завтра также перед Аллахом предстанем. Судный день напоминает, когда мы окутываем покойного саван. Вот так же нас окутывают и попрощаются с нами. И выделяет друг от друга нас что? Не одежда, а богобоязненность. А это то, что знает только лишь Всевышний Аллах Аззаваджаль. К этому надо стремиться, вот это в себе нужно воспитывать. Хадж был предписан не для того, чтобы мы потели, нервничали или голодали. Не для этого. Хадж был предписан для того, чтобы мы приближались к Всевышнему Аллаху, чтобы были прощены наши грехи, чтобы мы заслуживали рай. Вот для этого нам предписан хадж, дорогие братья. Поэтому, может быть, какие-то неудобства, может быть, всякое, но знаете, что сюда прибыли за довольством Аллаха, за его прощением, за его наградой, за исправлением душ. И Аллах в Коране, когда говорит о хаджи, Аллах часто говорит «Вазкуруллах», «Поминайте Аллаха», «Фи айями ма'дудат», «Считанные», это считанные дни, братья. Мы не заметим, как мы уже будем возвращаться домой, иншаллах, но максимально продуктивно нужно их провести. И Аллах говорит, когда говорит о хаджи, Аллах говорит о 2 категориях паломников. На этом я завершу свою речь, иншаллах. Аллах говорит, «Фамина наси ман якулу раббана атина фид дунья». Из числа людей есть такие, которые говорят. Говорить можно не обязательно языком, можно и поступком это говорить. «Господь наш, даруй нам эту мирскую жизнь». И все, ограничивается только этой просьбой. Аллах говорит, «Вама лахум фил ахирати мин насиб». Им в ахира ничего не будет. Они, может быть, получат эту дунью, то, о чем они просят, то, к чему они стремятся. Но в ахира их ничего не ожидает из блага. Это первая категория паломников. О паломниках идет речь. А далее Аллах говорит, «Амин ан-наси ма якулу раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азаб ан-нар». А из людей есть такие, которые говорят, «Господь наш, даруй нам благо в этом мире, даруй нам благо в последнем мире и убереги нас от мучения в огне». «Уляйка лахум насибу мимма касабу, валлаху сариу аль-хисаб». Вот эти, которых Аллах похвалил, вторую категорию, им будет то, что они приобрели, и Аллах скор в расчете. И поэтому, дорогие братья, к чему я этот аят привожу, мы должны не забывать о том, что наша основная цель – это рай. Проблем нету, проси дунья, проси жен, детей, имущество и так далее, здоровья. Но знай, что самая великая и важная цель – это последняя жизнь, потому что она вечная, а эта жизнь, она быстро пройдет. Вот к ахира стремись, вот к этому, вот ради этого усердствуй. Потому что, может быть, человек все будет уставать, только дунья просит. Однако, как говорит Аллах, однако его последняя жизнь ничего не ожидает из благого.
Поэтому знай, что более великая цель и важная — это то, что мы заслужили прощение Аллаха и Его довольство, Его награду. А дунья, она придет, и униженная придет, даже хочет она или не хочет, потому что Аллах ар-Разак, Аллах аль-Заваджаль аль-Халик, ляху рубубия, Ему принадлежит господство. Поэтому не хочу длинять свою речь. Прошу Всевышний Аллах, чтобы сделал нас из второй категории рабов, которые просят у Аллаха и дунья, и ахира, которым Аллах дарует свое прощение, чтобы Аллах принял от всех нас и от всех мусульман. И собрал нас также в высших садах рая вместе с пророком, саллаху алейхи вассалям, его сподвижниками, вместе с нашими родителями, вместе с нашими семьями, вместе с нашим потомством, и собрал нас в раю без расчета и наказания. Амин. Жазакум Аллаху хайран, братья. Бисмиллах. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما أنفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل برات يمي يا باس سيخ بزر غلاي شتو الله باس بيبرل الحديث سفتاكو مستي الحمد لله برات يمي ميض لجين نتشناس في عبادات اسكر استرادي الله الله سبحانه وتعالى كده قفاري في سورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله سبير شايتي فلنايتي حج عمرة لله إسكرنا رضي الله سبحانه وتعالى الله نبري ما نبري ما يتنيك أكيد يعني تركا كده إسكر الناس يبصليد بالناس هذا هو بيربير وفتاريخ شو خاتو قبريت نادى الله في القرآن قبريت ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تبص بليت بيت أبرياد الله إتزناك بقى بياز لك سرسوف Хочу сказать, делать ибадат какой-то и обрадоваться этим. Чувствовать радость, счастливость. Алхамдулиллах, мы находимся в Мина. Да, жарко, да, то, да, автобус опоздал, но мы в Мина находимся. Алхамдулиллах, с любовью. Потому что это выбор Аллаха, Аллах нас выбрал. Алхамдулиллах, выбрал почему нас? Может быть, какой-то седьмой дедушка или кто-то дуа делал. Может быть, какой-то, мы не знаем, какое деяние делает, и Аллах выбирает сюда находиться. Поэтому мы должны подходить к ибадет с любовью, а не просто. Посланник Аллах говорит, когда икамат на намаз, «Арихна биха, я Билал!» «Ой, Билал, делай икамат, мы хотим наслаждаться!» Некоторые братья говорят, «Эй, братья, давайте намаз посчитай, мы пойдем!» То есть избавляемся. Это неправильно. Это даже не культурно. Поэтому, иншаллах, завтра мы должны подготовиться заранее. Какой дуа, и где, и что начать. Всегда басунна, чтобы дуа делать, надо хвалить Аллах три раза. Алхамду лиллах, алхамду лиллах, алхамду лиллах. Аллахумма салли ва саллим аля сайдина Мухаммад ва али. И начинай с дуа. И заканчивай. И заканчивай. Ахру дауахум. Алхамду лиллахи раббил аламин. И заканчивай. И салават пророк саллаху салям. Это во-первых. Во-второй, я даю пример. Человеку, у него был раб. Он говорит рабу своему. И где хочешь жить? Жить, где хочешь? Он говорит, куда хочешь? А что хочешь кушать? Что дашь? А что хочешь пить, одеваться? Что дашь? Почему так? Я же твой раб, а ты мой господин. Он говорит, я тебя освобождаю ради Аллаха. Ты меня научил урок. И так раб, он должен своим господином. Избавляется от искренности, от национальности, от того, мы рабы Аллаха. Аллах дает нам такую возможность собраться, несмотря у кого какая национальность, несмотря у какого статус в обществе, мы рабы Аллаха. И мы гордимся. Как не гордиться, если Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Касим, и сахаба стояли в этом, сидели в этом, упоминали Аллах, субхану ва та'аля. Выбор Аллаха. فَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Любая милость, которая от вас, от Аллаха, субхану ва та'аля. За это мы должны его хвалить. Человек, у него было три дитя. Это человек богатый, вот-вот умрет. И спрашивают одного из них, из мальчиков, почему любишь отца? Да, у меня оставит наследство, поэтому я его люблю. И второго спрашивают, почему? Да если он знает, что я его люблю, он меня наследство не даст. А третьего спрашивают, почему ты его любишь? Да он мой отец. И так он наш Господь. Мы его поклоняемся, да, жарко, а тут мы его любим. С любовью подходим к Аллаху Субхану ва Тааля. Делайте искренне дуа для своих близких. Некоторые только делают дуа для себя. Своих близких, предков. Для наших братьев в Газе, в Палестине. Для наших братьев, которые сражаются в Ираке, в Йемене, в Сирии. Они наши братья. Если у человека не горит его сердце за братьев, что он за мусульманин? مثل المؤمن مثل المسلم كمثل جسد الواحد فصلنك الله دال تاكو بريمير بدوب مسلمان نو انكك ادنو تيلا اذا اشتكى من عضوا تساهرة جاهز الجسد
بالسهر والحمى ركاب بليت زوب بليت ساتي لا بليت إتاقجي إذا قديت مسلماني مضلي زيت بليت إن شاء الله زافر ميخ نزابو ديم الدعاء يدروك دروك هذه الله يدعاء إن شاء الله سبحانه وتعالى نيدايتي زافر الصابي خوش دين دل الشيطان دل إبليس أحكر يوم عندهم صامي بلا خو دين أن ونوجني بتشموا بتمشوا فيديت ميلس الله سبحانه وتعالى بدين عرفات دين عرفات أن صبر المجد ميلس يبرشيني صامي بلشوا دين يقدر الله برشيس بيخ ربوف سبحان الله براتيا بروس برستافتنا منوتو يا براتنا يدو نزاد وشوف الله من يفسو برستين يا بريو كاكتي صحابة كاتر بيفالي بدري الله فسيخ سيخ برستين داشي إذنك حاط من أبي بلتعة أن سفير شال بردات الاستفاد كاكدا ناس اللي صحابة يفو التكابات بس لأنك الله قبرت استافتي يفو أن سيخ كاتر بدري برستافتي يسي من أخود مثل زافتر بعرفاتي يسي إسكر ربو ديل الدعاء إسكر رب راسيت والله فما ظنكم رب العالمين الله كاكدو ما يتبرقوس بديميروف تشلفك مسلماني المؤمن انظر فيت اويرنس بالله سبحانه وتعالى شوف ناش بروبليما وناس ديفشي بلا خوي دومس برا مسلمانف بلا خوي دومس اب الله دو انت اكو راس مسلماني برشول اون دي لمينا نماز شتات ني بارويت ني توت ني توت خروش ام دومي كاك احد تابعين سكازان داجيس لي فيجو فينو كابايت في بردي بدو ملك توت يفو ابلوال ابليل فينوم تارو مي بلو خدم اب الله سبحانه وتعالى الله ني نجايس بناش نماز بناش حاج بناش عباداتي الله لوبت كده يبو راب يديوت بايبو بركازم أتخد أتيبو زبريتف بدو إن شاء الله إسكرنا ميدوم يا دوم إيش الله فسيخ ناس برسيتي إن شاء الله يا دوم إذا أفترنا مدس تاكوي بس مش ناس فسيخ دعاء دلات كاكس ليود إن شاء الله وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله إيشو هذه الدعاء بس لأنك الله براسل والله اللهم ارزقني حبك وحب كل من يحبك وحب كل عاملين يقربني إلى حبك أو يا الله دارو من يطفي لبوف يا الله وكبوت لبوف الله سبحانه وتعالى صبر وشلو تروي وحب كل من يحبك لبوف تيخ كاتوريت بيا لوبت اكتلو بيت الله يتبرروك يتصحابة تريتي وحب كل عملين يقربني الى حبك لبوف لبيت كاجدو ديانيا كاتوري بربليجات طيولو بي كاكي دياني لبيت الله نما صدقات حاج عمره وتكي دعاء تريخ صلابة تريخ براز ذات اخبات بيش ريليجيا واخدو الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد С нами в этом году Расул Хазрат тоже, машаллах, из Ульяна. Скажите, как? Пару слов. Вот так тоже приступите. Чуть можно сюда, пожалуйста? Алхамдулиллахи Раббиль Аламин, вассалату вассаляму аля сайдина Мухаммадин, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Я понимаю, братья, устали. Два слова буквально добавили, иншаллах. Вот то, что сейчас шейх говорил по поводу того, что мы всегда берем джамаат внешнюю сторону любого поклонения, будь то намаз, будь то дуа, будь то пост, священный месяц Рамадан, мы всегда берем внешнее. Большинство людей берут внешнюю часть любого поклонения. Что такое внешнее? Что есть внутренняя часть любого поклонения и внешняя часть любого поклонения. Внешняя часть это выполняет почти большинство поклоняющихся мусульман. Когда мы читаем намаз, мы читаем его намаз, как сказал шейх, да, как бы мы говорим как, давай намаз почитаем, потом маленько отдохнем, полежим на кровати. Но мы должны отдыхать во время намаза, а не после намаза, субханаллах, наслаждаться этим намазом. Из-за этого, смотрите, если мы будем включать внутреннюю часть нашего намаза, посмотрите, помните хадис, все его знаем, да, мы его 100 раз все слышали. Какой? Когда одна блудница, женщина, которая включила на какую-то долю секунды вот эту внутреннюю часть своего поклонения, да? А что она сделала? Она увидела около колодца, собака лежит, вот этот мокрый песок от жары, что она хочет по... Она включила на какую-то долю секунды вот эту вот внутреннюю часть своего имана, который у нее был. Она спустилась в колодец, да, набрала в свой ботинок вот этот воды и напоила ее. И она была прощена, субханаллах. Кто? Блудница, субханаллах. Посмотрите, братья. Мы же, альхамдля, мы с вами, машаллах, мы здесь никто не блудница, мы все братья-мусульмане, альхамдля, все, да, хорошие люди, альхамдля, из-за этого здесь. Если мы включим внутреннюю свою какую-то часть, не на 7 секунд, как сказал шейх Асхад, завтра у нас будет 6 часов, чтобы мы хотя бы на какую-то долю секунды включили. Если Аллах за 6 секунд, которую она включила, простил ее и вел ее в рай, будучи блудницей, субханаллах, то если мы за 6 часов, ну хотя бы на 10 секунд включим свою внутреннюю часть, иншаллах, Аллах всех нас простит. Пусть Аллах всех нас простит завтра, иншаллах. Будем все дуа делать друг за друга. Тоже не забывайте дуа делать, иншаллах. Баракаллах, баракаллах, иншаллах.
вопрос, может, у кого-то есть какой-то касательный хаджи, касательный... Хазар, можно будет? Так, с вашего разрешения. Ну, напоминание небольшое сделать, то, что если кому-то будет тяжело, микрофон. Пожалуйста, вспомните жизнь. Нет. Пожалуйста, вспомните жизнь пророка, да? Или угложение Всевышнего. То, что если автобус задерживается, брать, или где-то вам не нравится что-то, крайне дешевый, 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, 30 тысяч долларов, да. Это не стоит денег. Если вы думаете, что вы купили VIP, нет, вы не купили рай. Вы купили, может быть, путевку, да? Но Аллах испытает. Аллах отделит верующих от неверующих, отделит лицемеров и нелицемеров. Я раньше думал, в том году приехал с мамой, альхамдулилля. И я думал, что все люди здесь гости Аллаха. Но есть люди, я думаю, они приехали, чтобы испытать гостей Аллаха некоторых. И отделить все-таки искренне верующих и неискренних. И помните, это был лучший из людей. Это был заключительный пророк, мир ему был своим Всевышним. И он был под солнцепеком. Да, автобус задерживается, да? Но поймите, что такое автобус задерживается. Это был лучший из людей. И он... В каких условиях он совершал? Вот это вспомните. Исправьте свое намерение, пожалуйста. Я очень вас прошу. Я не хотел умничать, да? Я молодой, мне не надо было говорить здесь. Хазрат, уважаемые хазраты, религиозные знания. Но я считаю, что каждый из нас, даже вот эта камера, да, я чувствую, что это моя ответственность, как верующего человека. Сура Насер говорится, что воистину все люди в убытке, кроме четырех, да, уверовали, совершали благие дела, заповедовали друг другу истину и терпение. Я взял просто микрофон, самый лучший, который был, взял камеру. Я думаю, это моя ответственность, показать красоту ислама, показать нашу чистоту, что нету преимущества араба над неарабом, кроме как богобоязненности. Завтра, иншалла, будет, я попросил Гаджурат Хазрата произнести заключительную проповедь пророка, которая была произнесена именно в день Арафа. Так что очень вас прошу, чтобы мы не испортили свой хадж за счет автобуса, за счет чего-то, каких-то мелких вопросов. Цена рая — это не 10 тысяч, не 20 тысяч. Даже те, кто 25 тысяч долларов приехали, они стоят в пробке. Пожалуйста, помните об этом. Это был лучший из людей. Он был под солнцепеком. И что нам от этого того, что там автобус два раза покрутился? Пожалуйста, исправьте свое намерение. У человека спрашивают, что ты делаешь? Говорит, я кладу кем печи. У второго спрашивают, говорит, я строю дом Всевышнего на земле, мечеть. То есть одни и то же намерение. Вот это аят: Всевышний не изменит положение дел людей, пока они не изменят себя. То есть вот это, почувствуйте вот этот аят, и нам нужно, конечно же, видеть аяты жизни. И есть испытания. И если вы будете благодарны, Аллах вам даст больше. Если будете неблагодарны, то его наказание сурово. И также последнее, да, Ибраим алейхиссалам, когда было сон у него, что принеси в жертву своего ребенка. Аслам-то, да, я покорился. Покоритесь этим испытанием, скажите, альхамдулилля, ничего страшного. 5 кругов, 10 кругов, дай Аллах рай передал заслужить, пожалуйста. Я очень переживаю просто за каждого из вас, чтобы, иншаллах, хадж был мабрур, иншаллах, для всех нас, аминь, для наших братьев Палестины, я родом из Афганистана. Я, альхамдулилля, Россию люблю как вторую родину. И, альхамдулилля, что я в России никогда себя чужим не чувствовал, благодаря таким братьям, мусульманам, как вы. В мечети в первом ряду, я приехал в том году с хаджа, сразу и первый ряд весь стал, меня обняли, поцеловали, как родного брата. Так что всем большое спасибо и салам алейкум, Вот храбрый человек, еще один такой. Вопрос какой был? Вопрос день Арафа. Стояние в день Арафа, Хазрат. И, пожалуйста, то, что этот VIP нам не гарантирует рай. То есть мы купили VIP, но рай мы не купили, Хазрат. Что это VIP у нас? Люкс. Люкс, да, ладно. Возврат денег будет. Я хотел сказать, наверное, за Аллахе, то, что Аллах будет нас испытывать где-то там, да. То есть иногда бывает, думаю, каждый там есть. То есть особенно, кто первый раз приехал на хадж, думал, если он дорого заплатил за путевку, значит, все должно быть вовремя. Как там, как мы, ну как принято у нас там поехать, какой-то хороший там отдых полететь на Мальдивы, на это. Да, хадж отличается, вы правильно говорите. Поэтому Аллах субхана мне всем нам дает какие-то испытания, где-то автобус задержал, где-то это. Вот эти не должны быть как бы основной нашей, так, из-за чего бы мы не аннулировали бы награду своего хаджа. Почему? Потому что Аллах субхана ва тааля в Коране говорит: «Фаля рафаса ва ла фусука ва ла джидаля фил хадж». Во время хаджа не должно быть споров. Во время хаджа не должно быть скринословия. Во время хаджа не должны мы проявлять некую злобу, гнев и так далее. Вот от этого зависит хадж. Также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман хаджа аль-байта фалям ярфус валям яфсук, раджа аля байтихи кайюма ладатху умма». Кто приехал на хадж, не спорил, не ругался, гнев свой не показывал, да,
не проявлял свой грех, вернется домой, как новорожденный ребенок, без известного греха. Поэтому аль-хадж аль-мабрур лайса лаху аль-джаза илля аль-джанна, принятый хадж, никакой другой награды нету, кроме как рая. А именно в чем именно принято то, что чтобы вот мы не спорили, где-то мы не гневились. Потому что специально Аллах субхану тааля, вот даже ради интереса, вот Аллах субхану тааля испытывает тем каждого человека, что ему тяжело перенести. Вот у нас один брат, всегда, когда мы приезжаем с ним на умру, на хадж, Аллах субхану тааля чем его испытывает. Когда идет сажда, передо мной, говорит, какой-то брат с Африки, у него треснутые пятки, говорит, тяжело мне, говорит, делай сажда под его пятки. И именно, говорит, Аллах меня через это, и через это я прошел. Другой брат говорит, я привык в Москве, везде с охраной езжу, без очередей и так далее. Как только стоит туалет, говорит, субхану тааля, очередь. И уже моя очередь идет, кто-то маленький забегает. Я говорю, держу его. Нет, не пойдешь. Говорит, нет, меня толкает и забегает. Говорит, субхан. И Аллах субхан каждого чем-то, вот чем тяжело, обязательно испытывает нас. Поэтому да, вот чтобы из этих вот вещей мы, вот часто даже братья уже задают вопрос, сейчас ну, сколько мы будем в Мине? Там я говорю, 18 числа обратно сейчас. А возможно есть там поехать там отдохнуть, поспать в гостинице, там шведский стол покушать. Возможно есть, но только не, потом успейте вернуться. Вернуться опять сюда, чтобы здесь ночевать. Потому что если мы не ночуем на мине, хотя бы до полуночи не приедем, то уже мы попадаем на штраф. Вопрос не штраф, ладно, барашку зарежем, не в этом. Но вопрос в чем, чтобы не потерять награду хаджа, чтобы она награда была полной. Поэтому даже вот просто сразу убрать вот эти вот все вещи, облегчения, надо самому себе сказать, мы зачем сюда приехали? Не чтобы искать облегчение, чтобы там в гостиницу поехать или еще что-то. Успеем поехать в гостиницу, чтобы хадж правильно выполнить. Чтобы правильно выполнить хадж. Здесь сегодня, саллаллаху алейхи ва саллям, ночевал, мы должны ночевать. Да, сегодня сунна здесь, не ваджиб. Даже нам, когда руководители Марватура джазахумуллаху хайра, они хотели нам облегчить, говорить, давайте, может быть, на Арафа сразу поедем. Многие, например, только на Арафат поедут. И если мы поедем только на Арафа, хадж был бы наш действительный. И здесь бы, если мы не ночевали, мы бы не попадали бы на штраф. Но однако сегодня началась сунна. Посланник Аллаха, как шейх Ариф сказал, то, что Аллах любит, мы должны любить. Посланник Аллаха любил сегодня здесь ночевать, и мы за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, повторяем. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Худу анни манасикак, уберите от меня свои обряды. Здесь сегодня, саллаллаху алейхи ва саллям, отдыхал. Мы из-за того, что он любил сегодня тут отдыхать, мы тоже сегодня приехали сюда отдыхать, аль-хамдулля. Хотя могли бы и в гостиницах остаться там, в аль-хараме. Но мы сюда пришли, аль-хамдулля. Сегодня здесь ночевать лучше. Некоторые скажут, субханаллах, аль-харам пустой сегодня. Там никого нету. Каждый делает, может быть, черный камень целует. Машаллах. Я лучше здесь останусь, в Аль-Хараме еще один таваф сделаю. Аль-Хамдулля, но сегодня лучше не таваф делать, сегодня лучше здесь в Мине ночевать. Потому что, саллаллаху алейхиссалям, это манасик. Мы за ним повторяем, за посланником Аллаха, саллаллаху алейхиссалям. Поэтому, аль-Хамдулля, все, что любил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, если мы будем любить, все, что любил Аллах, любит Аллах, субхану, мы любим любить, тогда и Аллах, субхану, нас полюбит. Поэтому, правильно, мы даже не просто так, чтобы сделать и все, как бы, а вот именно как, арихна и биляль, дай нам отдохнуть, субханаллах. Наши, аль-хамдулля, лоб соскучился, сделал сажда Аллаху, субхану ва тааля. Наши суставы соскучились, чтобы стоять перед Аллахом, субхану ва тааля. Нам, может быть, уже тяжело стоять, но мы любим стоять. Почему? Потому что Аллах, субхану ва тааля, любит. И кто хочет, чтобы Аллах, субхану, укрепил его стояние в день суда, в тот день, о котором Аллах, субхану, говорит, хамсина аль-фасана, будет 50 тысяч лет идти, один день, ващамсу тадну, и солнце будет на расстоянии копья. И в этот момент, субхану ва тааля, те, кто стоял перед Аллахом, именно на его пути, на намазе, на хаджи, правильно, крепко, Аллах укрепит его. Аллах укрепит его, субхану ва тааля. Поэтому, альхамдулля, дай Аллах, субхану ва тааля, чтобы мы именно с любовью подотнесли. Мы с великим, субханаллах, мы с великим Аллахом имеем дело, братья. С милостью и милосердием, субхану ва тааля. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, видит один раз, женщина одна после газва, после битвы, каждый ищет своего ребенка. У кого-то погиб ребенок, у кого-то отец умер, погиб на джихаде, у кого-то близкий муж, супруг. И одна женщина ищет своего ребенка, поднимает, прикладывает к груди. Это не он. Второго, третьего нашла своего ребенка и обняла его сильно, приложила к груди. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил, «Атазуннуна анхаби мулькиха валяда фи нар?» Как вы думаете, эта женщина может своего ребенка выкинуть в огонь? Сахабу сказал, ля, я Расулаллах, нет посланника Аллаха. Нет посланника Аллаха, как она своего ребенка выкинет в огонь? И тогда пророк, если она чужих детей брала, прикладывала к своей груди. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Валлахи, валлахи, лази ла илляха, илля хуа архаму би абдихи мин хадихи би валядиха». И клянусь Аллахом, субхану ва тааля, и нет иного достойного поклонения, кроме Аллаха. Аллах еще более милостив, чем эта женщина к своему ребенку, субханаллах. Аллах, субхану ва тааля, еще более милостив, чем эта женщина к своему ребенку. Аллах субхану ва тааля в Коране говорит, описывает историю фараона, фараона. И вы знаете то, что фараон, то, что
Муса, алейхиссалям, просил у Аллаха, субхану ва тааля, «Аллахумма иннака атайта фирауна ва малаху зина». إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم موسى عليه السلام برسيل سيك الله يقول ربنا أوناش غسبوت إنك أتيت فرعون وملأه تضل فرعون إيو إليتي زينة وأموالا في الحياة الدنيا красоту, богатство этой жизни. Раббана ли удалю ан сабилик. Он наш Господь, но весь фараон, он сбивает с твоего пути посредством этого имущества. Раббана тумиси аля амвалихим. Аллах Субхану, забери их имущество, забери их. Вождут аля кулубихим, запечатай им сердца. Фаля юмину хатта яру л'азаб аль-алим. Поистине они не уверуют до тех пор, пока не увидят твое сильнейшее наказание. И имам Ибн Кафир, рахимуллах, в тафсире говорит, когда Муса, алейхиссалям, просил это дуа, рядом стоял кто? Харун. И три раза говорил «Амин, амин, амин». В следующем аяте, субхану ва тааля, отвечает на их дуа и говорит «Кад уджибат дауатукума фастакима, вала таттабианни сабиля лазина ла яалямун». Я ответил на ваше дуа. Идите прямым путем. И не идите путем незнающих людей. Ибн Кафир, рахмуллах, говорит, Аллах, субхану ва тааля, истаджаба аля дуа и Муса ва Харун ба'да арба'ина сана. Через 40 лет только Аллах ответил на дуа Муса, алейхиссалям, и Харун. А когда первый, он почему попросил это дуа? Первый раз, когда фараон вышел и сказал, «На'алимту лякум мин илахин гайри, я не знаю для вас иного Господа помимо себя». «Ва хазихи л'анхару таджри мин тахти, афаля тубсирун». И вот эти реки Египта протекает под моими ногами. Неужто вы не увидите? И вот это дуа сделал Муса, алейхиссалям. Но в течение 40 лет Аллах давал разные знамения фараону. Разные знамения, чтобы он уверовал. 40 лет, представляете, 40 лет он что говорит? Я не знаю для вас иного Господа помимо себя. Мог бы же сразу Аллах свое наказание послать. Но он им ахмаляху арбаина сана, дал ему 40 лет. В течение 40 лет разные аяты. Ад-дафади'а валькуммаль. Разные Аллах лягушек посылал, в шеи посылал. Вот дама аяти муфасиля, разные знамения. Через 40 лет фараон опять возгордился и что сказал? Ана раббукум аль-а'ла. Я ваш великий Господь. И Аллах субхана ва тааля в Коране говорит: «Фа ахадаху Аллаху накаля аль-ахира валь-уля». Аллах его наказал за последнее слово. Какое последнее слово? Ана раббукум аль-а'ла. Я ваш великий Господь. Валь-уля, первое: «Ма алимту лякум мин илахин гайри». Я не знаю для вас иного Господа помимо себя. Несмотря все это, когда уже он увидел то, что перед ним Малик аль-Маут, ангел смерти. И когда Аллах Субхану начал его топить, он начал кричать: «Амант». Я уверовал: «Аманту аннаху ла илаха илля ллази аманат бихи бану Исраил, ва ана миналь муслимин». Я уверовал, что нету иного Господа достойного поклонения, кроме того, в кого уверовал бану Исраил. Аллах Субхану ва тааля, и я из мусульман. Аллах Субхану ва тааля отвечает ему и говорит: «Ал-ан, только сейчас ты уверовал, сейчас только уверовал, 40 лет почему ты не смог уверовать, какие тебе знамения не посылал?» «Вакад асайта каблу вакунта миналь муфсидин». До этого ты ослушался меня и был из числа тех, кто распространял грех. И посмотрите, вот эту историю пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не видел. Ему рассказал Джибраиль, алейхиссалям. Джибраиль, алейхиссалям, когда рассказал, и сахих приводится эта история, говорит, когда рассказал Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, эту историю, говорил: «Я Мухаммад, инни карихту фирау ламма кал ана раббукум аль-а'ла». О, Мухаммад, я возненавидел фараона, когда он сказал: «Я ваш великий Господь». Выше этого греха не существует. «Я ваш великий Господь». Однако я знал милость Аллаха, субхану ва тааля. «Факунту ахиз мин тыни л-бахр, фа адаа фи фами фираун хауфан мин ан ярхамаху Аллах». Но однако, зная, какой Аллах прощающий, зная, какой Аллах тааля добрый, какой Аллах милостивый, я брал глину из моря, когда он говорил «Ла иляха илляллах», затыкал рот фараону, боясь, что Аллах проявит к нему свою милость, субханаллах. Боясь, что Аллах его простит тоже. Потому что я его не любил, он возгордился, я сказал: «Я великий ваш Господь». Вот с таким Господом Аллахом мы будем иметь дело завтра, братья мои. Поэтому, субханаллах, раскройте все секреты. Знаете, что Аллах прощающий, милосердный. То есть